Привет, с вами Вилсаком, у нас большое событие в семье фанатов Apple. Наш любимый Джонатан Ив, вице-президент Apple по индустриальному дизайну, был 23 мая в Букингемском дворце официально принят в орден Британской империи и стал он рыцарем-командором, и теперь он становится, собственно, рыцарем и получает к своему имени и фамилии приставку «Сэр». Сам Джонни родился в Англии в феврале 1967 года, ему уже 45 лет, но, конечно же, все последнее время он живет в Калифорнии и работает в Apple. Человек этот был большим другом Стива Джобса, и об этом, собственно, говорил сам Стив и Джонни во многочисленных интервью. Отчитывался непосредственно перед Джобсом, и сейчас, когда на его место пришел Тим Кук, Джонни отчитывается также перед Тимом Куком напрямую. Еще раз, он вице-президент Apple по индустриальному дизайну и ответственен за такие вещи, как iMac, MacBook, iPhone, iPad, iPod и все то, что из себя представляет Apple последнего времени. Так что даже если вы эту компанию не любите, он в любом случае оказал влияние практически на каждого современного человека. А с вами был Вилсаком, подписывайтесь на канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте и еще скоро увидимся, пока!